За месяц до главного праздника в Анапе пахнет разве что зимой. Ну и самый главный новогодний запах – это, конечно же, запах мандаринов. Вряд ли кто-то будет спорить, что самый новогодний запах – это запах свежих мандаринов. Ну да случается самое главное чудо. В новогоднюю ночь даже искусственная хвоя начинает пахнуть как живая. На центральной площади города Театральной устанавливают главную новогоднюю елку. Ростом дерева 21 метр и состоит из нескольких тысяч еловых лап. Каждый год создает праздничное настроение до праздника и в новогоднюю ночь. От Театральной площади до улицы Крымской по Астраханской празднично убраны два магазина. Солидный трек и литературная кофейня от А до Я. У них уже новогоднее настроение, несмотря на пасмурную и прохладную погоду в ноябре. Мы считаем, что праздника много не бывает, поэтому чем раньше у людей появится новогоднее настроение, тем лучше. И мы уже сейчас готовы творить новогодние чудеса. Вот так легко создать праздничное настроение, украсив фасад или вход в магазин, кафе или подъезд лампочками, гирляндами, снежинками из бумаги. Главное – найти новогоднее настроение, поймать его и задержать хотя бы до Нового года. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа регион.